Уже не первый год в городах Беларуси проводится мобильная фотовыставка «Чудеса случаются». Этот уникальный проект посвящен историям семей, которые решили забрать детей из детдомов, тем самым подарив им счастье семейного уюта. Фотовыставкой уже смогли насладиться минчане и барановичане. Организаторы решили также порадовать замечательными фотографиями жителей Бреста. На выставке было представлено 13 семейных фотографий. По инициативе Национального центра усыновления под эгидой Министерства образования Республики Беларусь в течение более чем недели до начала августа сегодняшнего дня у нас в городе работает выставка «Чудеса случаются». Это социальный проект, который популяризирует формы семейного воспитания. Он рассказывает о работе семей, которые взяли на воспитание приемных детей. На фотографиях запечатлены моменты радости, счастья и любви, которыми наполнена жизнь этих семей. Эта мобильная фотовыставка несет в себе важное послание о том, что родительская любовь и забота способны изменить жизнь даже самых уязвимых детей. Например, лишь в московском районе города Бреста в замещающих семьях сегодня уже находится 177 детей. Из них 131 ребенок – это дети, которые живут в опекунских семьях, 9 детей – на содержании и воспитании в приемных семьях и 37 детей, которые живут в 5 домах семейного типа. Конечно же, та работа, которая проводится замещающими родителями, она просто колоссальна и безгранична, потому что это работа не одного дня, а круглосуточная работа с детками, которые попали в очень сложную ситуацию. В сегодняшний момент в многопрофильном центре детей и молодежи представлена выставка, где есть фотографии замещающих семей. Я думаю, что, посмотрев эту выставку, многие взрослые для себя сделают переоценку ценностей. И, возможно, у нас будет появляться еще больше людей, которые хотели бы взять к себе на опеку, на содержание, на воспитание деток, которые попали в сложную ситуацию. Чудеса случаются с теми, кто в них верит. Мы верим, что каждый ребенок, имея непростую историю, обретет свою семью с любовью, пониманием и поддержкой. Именно такой посыл хотят донести до людей организаторы акции «Чудеса случаются». Они призывают всех задуматься, что можно сделать для того, чтобы дать детям шанс на счастливое детство и светлое будущее. Я думаю, что это очень значимая выставка. Ее название «Чудеса случаются» где-то говорит само за себя со стороны ребенка. Для ребенка чудо, когда мама его найдет. И когда он будет жить в семье, а не в каких-то социальных учреждениях. Наша семья приемная возникла в 2010 году. У нас появился сын и в 2011 году дочь. И вот так мы жили с двумя детьми. Сейчас старший сын уже студент второго курса колледжа. Он уже от нас ушел. И дочка 9 класс закончила, она уже тоже в этом году поступает. Поэтому у нас уже такая семья на уходе. Такая неординарная акция точно станет вдохновением для многих семей, которые сомневаются в своей способности сделать первый шаг к воспитанию приемного ребенка. Анастасия Пашкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович, новости Бреста.